Белтелеком поздравил юбилейного абонента интернета Байфлай. Патриотический форум прошел в Барановичах. Память жертв хатынской трагедии почтили в Барановичском районе. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». На первом заседании первой сессии Палаты представителей 8-го созыва принято решение об образовании 14 постоянных комиссий Палаты представителей. Образованы постоянные комиссии по законодательству, по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту, по национальной безопасности, по экономической политике, по бюджету и финансам, по аграрной политике, по экологии и природопользованию, по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации, по образованию, культуре и науке, по труду и социальным вопросам, по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике, по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи, по жилищной политике, торговле и строительству, по международным делам. Сейчас депутаты принимают решение о том, в какой комиссии они будут работать. Белтелеком поздравил юбилейного абонента интернета Байфлай. Им стал Андрей Шалейко из Барановичей. Не остались без сюрпризов и самые первые абоненты интернета и пакетов услуг нашего города. Как это было? Далее. Уже много лет интернет остается одной из самых востребованных услуг. Сегодня Белтелеком предлагает своим пользователям широкий выбор тарифов с различными скоростями, в том числе и социальные предложения. 14 февраля в Барановичах к сети интернет подключен 2,5-миллионный абонент компании. Им стал Андрей Шарейко, который подключил интернет в пакете услуг «Ясно 200 Smart». В торжественной обстановке счастливчику вручили сертификат почетного абонента и подарки – ноутбуки и свидетельство на право пользования пакетом услуг «Ясно 500 Smart» со скидкой 99% в течение года, а также смарт-часы и беспроводные наушники. Андрей – глава большой семьи. Супруга Екатерины, у них трое детей – два сына и дочь. Подарок от компании «Белтелеком» им пришелся весьма кстати. Все члены семьи не только пользуются интернетом, но и много времени проводят за просмотром телевизора. То, что подарят столько подарков, мы даже не рассчитывали. Подарочки, конечно, очень приятные, очень благодарны. И чудеса, оказывается, случаются. И волшебники тоже существуют. И волшебник «Белтелеком». История компании «Белтелеком» долгая и интересная. Путь к юбилейным 2,5-миллионным пользователям занял не один год. Но ведь когда-то кто-то был первым абонентом. Первый пользователь «Байфлай» в городе Александр Овсяник и первый абонент пакета «Ясно» Светлана Бузук получили сертификаты и сувениры. 2,5 миллиона абонента – это и ни много, и ни мало, с одной стороны. Потому что к этому мы шли с 2006 года. Когда появился у нас первый абонент «Байфлай», это в 2006 году в Барановичах. В 2008 году появился первый абонент услуги зала. И вот с этого времени мы пришли уже 2,5 миллиона. Конечно, это важно и для Брестского филиала, и для меня, как для руководителя Брестского филиала, потому что из всей республики, ну это мы, это Брестский филиал и это город Баранович. Гендиректор Юрий Петручени отметил, что Белтелеком продолжит совершенствовать техническую базу, чтобы обеспечить стабильное, высокоскоростное подключение и доступный сервис для всех своих клиентов. Мы работаем с большими базами. Мы сегодня практически присутствуем в каждом доме, в каждой квартире, на каждом предприятии. И очень важно видеть и иметь обратную связь с нашими абонентами, с нашими клиентами. Вы знаете, что Белтелеком обеспечивает техподдержку своих услуг, своих абонентов в режиме 24/7, непрерывно, круглосуточно. И это все одни из элементов продвижения и наращивания объема наших услуг. Сегодня Белтелеком в целом предоставляет уже порядка 100 услуг.
и широкополосный доступ в интернет одна из самых популярных. Поэтому мы искренне рады, что это событие свершилось в Барановичах, и я думаю, это еще не последний юбилей. Сегодня абонентам компании доступны такие линейки тарифных планов, как «Домосед», «Рекорд», «Бизнес-комплект», «Социальный анлим», «Пакеты услуг семейный», «Ясно», «Рациональный», «Бизнес-кейс». Некоторые тарифы предоставляют скорость интернета до 500 мегабит в секунду, что позволяет комфортно работать, быстро загружать контент, просматривать видео, играть в онлайн-игры и многое другое. Белтелеком благодарит своих абонентов за доверие и выбор своих услуг. Получить подробную информацию об услугах Белтелеком, уточнить техническую возможность подключения можно в сервисных центрах или по телефону 123. Управление по труду, занятости и социальной защите Барановичского горисполкома в целях организации временной занятости безработных и граждан, не занятых в экономике, в том числе пенсионеров, с 22 марта ежедневно организует оплачиваемые общественные работы по сбору камней на птицефабрике «Дружба», Барановичской птицефабрике и в Яблоневом посаде. Оплата ежедневная в денежной форме. Доставка к месту работы и обратно организуется транспортным управлением. Предварительная запись на участие в оплачиваемых общественных работах проводится по адресу: улица Грибоедова, 12, кабинеты номер 3 и 4. Телефоны для справок 64-93-62, 64-93-41 и 64-93-03. Не забывая прошлого, смотреть в будущее. В Барановичах в гимназии номер 5 были подведены промежуточные итоги гражданско-патриотического проекта. В мероприятии приняли участие Барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк, начальник управления по образованию Татьяна Шестак, руководители, педагоги и учащиеся всех учреждений общего среднего образования города. По инициативе Барановичской межрайонной прокуратуры и управления по образованию горисполкома к 80-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков в феврале в городе стартовал проект «Не забывая прошлого, смотреть в будущее». В рамках марафона проводятся различные гражданско-патриотические мероприятия, акции, посвященные Великой Победе. Промежуточные итоги форума подвели на встрече в гимназии номер 5. В рамках проекта реализовано множество патриотических акций. Учащимися и педагогами направлены памятные письма ветеранам войны. Проведены музейные уроки памяти, уборка памятных мест. С 25 по 29 марта в учреждениях образования пройдет тематическая неделя. Помните, через года, через века помните. Ежедневно в 12 часов в каждом учреждении образования учащиеся совместно с педагогами будут чтить память всех тех, кто ценой своей жизни дал нам мирную жизнь и мирное небо, вспомнят памятные места города, а также порассуждают о патриотическом долге каждого. Барановичский межрайонный прокурор Александр Карлюк рассказал присутствующим о важности расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа, ранее неизвестных фактах преступлений, совершенных фашистами и их пособниками на нашей земле. Одной из причин, да, почему было возбуждено генеральным прокурором Республики Беларусь уголовное дело о геноциде белорусского народа в период Великой Отечественной войны, в послевоенный период, явилось именно то, что нам сегодня необходимо еще раз показать всю правду о войне. Мы должны сегодня вскрыть все факты, все преступления, которые творили фашисты на нашей земле. Мы должны показать это вам, нашему гражданскому населению, нашим людям, нашей молодежи. И, конечно же, показать это другим странам. Большой вклад в реализацию гражданско-патриотического проекта вносят учащиеся средней школы номер 9. Являемся активными участниками таких акций, как «Дети Барановичей», «Ветераны Великой Отечественной войны». Написали письмо и поздравили узницу Мушкареву Полину Яковлевну и ветерана Великой Отечественной войны Щуч Анну Ивановну. Активно участвуем в челлендже «Читаем о войне».
занимаемся съемками видеороликов патриотической направленности. 13 марта я стала победительницей городского этапа республиканского конкурса «Я патриот своей страны». В рамках культурно-образовательной патриотической акции «Поезд памяти» и 26 марта с большой гордостью и честью буду защищать свой любимый город на областном этапе. В рамках форума был дан старт новой акции «Великая Отечественная война в судьбе моих родственников», в ходе которой школьники исследуют историю своей семьи, судьбы родных, воевавших на фронтах и в тылу. Стала известна новая схема кражи телеграм-аккаунта. Схема следующая. Общий контакт добавит вас в группу на несколько десятков человек. Там попросят о простом – проголосовать за организатора чата в конкурсе. Для этого нужно будет перейти по сторонней ссылке. Если у вашего аккаунта не будет подключена двухфакторная аутентификация, аферисты получат к нему доступ. А вас самих выбросят из приложения. Дальше злоумышленники могут действовать по разным схемам. Кто-то сделает контактом жертвы рассылку, дай в долг на несколько часов, а кто-то снова создаст похожие конкурсные беседы. Чтобы подключить двойную проверку, зайдите в настройки через свой аккаунт в Telegram, затем выберите раздел «Конфиденциальность», после «Облачный пароль». Здесь установите пароль, который приложение запросит при входе с нового устройства, порекомендовали правоохранители. «22 марта 1943 года фашисты сожгли белорусскую деревню Хатынь. Сегодня это скорбная дата в истории нашей страны. День памяти сожженных деревень. Память жертв Хатынской трагедии почтили в Барановичском районе. Митинг-реквием состоялся у братской могилы в деревне Колбовичи. Здесь собрались члены райисполкома, депутаты, представители силовых структур, трудовых коллективов, профсоюзов, Республиканского общественного объединения «Патриоты Беларуси», Белорусского союза женщин БРСМ Беларуси, воспитанники Брестского областного кадетского училища, духовенство, школьники, местные жители. Огненный смерч войны пронесся по многим деревням нашей страны. В Барановичском районе каратели разграбили и сожгли 57 населенных пунктов. Почапова, Адаховщина, Полонка, Миловиды, Ятвесь. Не обошла эта участь и Колбовичи. В сентябре 1943 года деревня была сожжена практически дотла. Из 85 домов фашисты уничтожили 80, убиты 12 человек. Застарение трагедия пришла через 40 дней после Хатыни, 2 мая 1943 года. 382 человека убиты и сожжены. Из 115 домов, которые были в начале войны, уцелело только 19. Массовое уничтожение нацистами сельских населенных пунктов Беларуси вместе с их жителями стало одной из наиболее чудовищных и циничных форм преступной политики геноцида в годы Великой Отечественной войны. Оккупанты и их пособники сожгли 12 289 белорусских деревень. Из них более 3000 было установлено в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Это расследование показало, что каждый день оккупации – это день насилия, убийства, истязания. И память об этом должна оставаться в нашем сердце. Скорбь тех событий годами хранит и гул яростного огня, и надрывный плач детей, и отчаянный крик матерей, и гневное проклятие замученных, и стоны умирающих от пуль. Хатынь стала символом геноцида нашего народа. Хатынь многих заставляет задуматься и оглянуться на исторический опыт человечества, чтобы с уверенностью смотреть в будущее. Еще немного, и ответственность за государство ляжет на нас. Мы понимаем, что любовь к родине, верность ее традициям и искреннее желание сделать свою страну еще сильнее и краше – наш долг перед государством. Пусть сегодняшний день памяти еще раз напомнит всем, как важно хранить мир, который так тяжело достался нашим предкам. Пусть только светлым и мирным будет небо над нашей страной. Мы, молодое поколение, будем достойно служить своему Отечеству, идти по намеченному пути и с гордостью нести почетное звание гражданин Республики Беларусь всю свою жизнь.
Время быстротечно. В стремительном потоке жизни проходят годы и десятилетия, но память людская остается. Трагедия Хатыни, трагедии других деревень и городов никогда не будут забыты. Мы обязаны хранить память о злодеяниях фашистов и напоминать своим детям, какую цену заплатили их прадеды за возможность жить в мирной Беларуси. Иначе трагедия может повториться. Ведь забыть значит простить. Как отметил глава государства, долг ныне живущих перед павшими изобличить виновных в массовом геноциде, бережно хранить память о тех страшных событиях и не дать беде вновь разыграться на нашей земле. Память тех, чью жизнь оборвала война, участники митинга почтили минутой молчания. К подножью памятника легли цветы. ФК «Барановичи» продолжают готовиться к чемпионату республики по футболу в первой лиге сезона 2024 года. Первый тур чемпионата пройдет 5-7 апреля. Наши спортсмены стартовый поединок проведут в Борисове с ФК «БАТ-2». А через неделю в игре второго тура барановичская команда на искусственном поле «Дубово Спорт» примет соперников из ГОБЖД «Гомель». А пока в субботу 23 марта ФК «Барановичи» проведет контрольный поединок с клубом высшей лиги «Слуцк». Начало матча в 13 часов. Этой информацией мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.